Возвести дворец за полгода. Возможно ли такое? Омские строители вызов приняли и преподнесли такие чудесный новогодний подарок своим землякам. Речь о дворце художественной гимнастики. Разумеется, на торжественном открытии без королевы этого вида спорта обойтись было попросту невозможно. Уроженка Омска Евгения Канаева по достоинству оценила достоинство своей новой резиденции. У нее сейчас горячая пора, но даже подготовка к Лондонской Олимпиаде не помешала Евгении Канаевой приехать в родной Омск на открытие Дворца художественной гимнастики. Когда-то на месте пятилетних художниц, которые во что бы то ни стало пытались заполучить автограф звезды, была и сама теперь уже всемирно известная спортсменка. Ее сольное выступление на новоселье дворца стало новогодним подарком для юных сибирских граций. Всего 180 дней понадобилось строителям, чтобы возвести здание дворца. Сборно-монолитный каркас позволил сократить до рекордного уровня сроки строительства. А современный отделочный материал «Унипрок» обеспечил высочайший уровень пожарной безопасности. Особое внимание на этом объекте – системам климат-контроля. Во всех помещениях находится установка по очистке воздуха. Вот только в этом зале здесь находится 16 установок, которые одновременно регулируют и климат, и влажность, и температуру, исходя из тех характеристик, которые необходимы для тренировочного процесса. Помимо максимального насыщения помещений естественным светом, для этого значительная часть элементов здания выполнена из стекла. В главном демонстрационном зале установлено современнейшее осветительное оборудование из Швейцарии. Проблему неотрегулированного света, который часто мешает гимнасткам на соревнованиях, удалось решить. Мировым стандартам теперь соответствуют и потолки. Очень воздушный такой зал, какой-то воздушный, объемный, просторный, и как-то в нем весело, очень радостно. Чем более комфортные условия, я думаю, тем лучше и результаты будут у нас еще лучше. Общая стоимость проекта, финансирование которого обеспечено региональным и федеральным бюджетами, 385 миллионов рублей. 6500 квадратных метров, 3 зала, трибуны для 400 зрителей, судейская и тренерская комнаты, восстановительный центр и даже гостиница открывают для тренерской команды омских художниц и их воспитанниц новые горизонты. Надеемся на следующий год провести здесь какое-то международное соревнование, что, ну, если не получится Кубок мира, хотя бы сделаем обязательно международный турнир, проведем. Все условия теперь есть. Здесь гостиница у нас будет, уже просится к нам сюда на сборы иностранцы приезжать, будем приглашать работать, потому что у нас хорошие тренеры, хорошие специалисты. Первым на новый ковер по традиции запустили котенка. Новоселы уверены на счастье, которое случилось накануне Нового года. Динара Шамец, Константин Дудин, Вести Спорт, Омск.